Внимание! Пациент вооружен. Запускаю изымательное устройство. Обнаружено неизвестное устройство. Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. Так, так, так. Посмотрите, кто пришел. Сам Георгий Фридман. Насколько я помню, вы у меня на сегодня не записаны. Но по старой дружбе я приму вас без очереди. Надеюсь, что вы пришли сюда не с тем, чтобы я вам выписал очередной рецепт. Признаюсь, вы для меня в свое время стали загадкой. Какие только методы я не применял по отношению к вам, чтобы наконец избавиться от вашей шизофрении. Однако ничего не помогало. Но сейчас у меня есть хорошее средство. Thank you.
были ваши родители? Можете что-нибудь вспомнить о них? Я так и думал, что ни хрена не можете. Скажите мне, Георгий, что вы полезного сделали за свою жизнь? А я, в отличие от вас, создал задел для всемирного оздоровления.